Не уверен, но походу здесь был теракт. Я не берусь ничего утверждать. Probably terrorists. I'm not sure. I don't know. Не знаю, или на машине, или на грузовике. Это достаточно, достаточно оживленная улица туристическая. Ну, сколько я видел, не знаю, наверное, в районе 5, точно не знаю, но я видел, как бы, точно кто... В общем, мертвых в районе где-то 3 я видел. Грузовик, не знаю, нету, не вижу ничего. Наверное, где-то в одной из улиц перекрытых. Yo, dude, don't say, killing us on, no, the live stream. Okay, don't say it on the news. They say that this was a terrorist attack. A terrorist attack. News. Yeah, I don't know. So they say, не знаю, наверное, можно. Грузовик, я думаю, он в одной из улиц перекрытых. Жесть. Не видно, нету. Есть, да, я так полагаю. Да, еще военные подтянулись. И сейчас полностью очищают улицы со всех сторон. Там военные, да. Здесь борются за жизнь человека. Извиняюсь. Машина или грузовик наехал на проезжую часть, где на пешеходную часть туристическую улицы. Думаю, террористическая атака. Oh yeah. Okay, people are scared. Something's happening. The police guy is standing there. He seems pretty chill. Yeah, definitely. But I would be. No, calling the boat. They're not calling. They're not looking backwards. So. I guess people are afraid of cars in general right now. Yeah. People are playing it safe. Again, I would do.